Всем привет, друзья! Решил почистить некоторые гильзы, которые я нашел на стрельбище. Они давно уже там лежали и покрылись такой ржавчиной. Это латунированные гильзы 410 калибра. В интернете зашел, сразу же первая страничка, там появилась способ лимонной кислотой. На вот этот сосуд я, вот как видно, залил воду обычную из-под крана и туда же добавил 20-40 грамм лимонной кислоты, перемешал и потом закинул все эти гильзы и на кипячение поставил. Вот как там советовали, сосуд нужно использовать такой эмалированный. Вот уже где-то 15 минут кипится все это дело у нас. Дальше посмотрим, дальше я уже буду рассказывать, как что буду делать. Как и было там на сайте написано, гильзы покрылись вот таким красноватым оттенком. Еще немного оставлю, там некоторые гильзы, еще ржавчина не удалилась. Еще оставлю, наверное. Так, думаю, хватит уже с кипячением. Отключаем. Так, чем-нибудь придержим. Так. И дальше идем в ванную комнату. Так, сейчас я телефон поставлю, а то неудобно так держать. Так, горячую воду выливаю. Запах лимона уже. Так, видим, ржавчина удалилась. Немного осталось, но мы сейчас дальше по инструкции пойдем. Так, вылил я гильзы сюда. Вот у нас сосуд немного испачкал. Главное, чтобы меня не поругали. Так, теперь открываем холодную воду, чтобы остыли гильзы. Так, дальше там на сайте было написано, нужно взять губку и каким-нибудь моющим средством, например, вот этим жидким мылом я буду протирать. Одной рукой неудобно, я сейчас это сделаю и потом покажу результат, как что у меня получилось. Итак, господа, вот что у меня в итоге получилось. Следы ржавчины, как мы видим, все пропало, и внутри то же самое, все блестит. И вот самое главное, вот это место, капсульное гнездо, там окисления были вот эти на металле, которые бывают. Все это вот, как видим, прошло. Но было бы еще лучше, если бы я промыл все это дело не этим мылом жидким, а именно ферри. Ферри я дома здесь не стал искать, просто взял то, что было под рукой. Ну, результатом я доволен. Честно говоря, вот эти гильзы, такой необходимости и не было их чистить. Они и так, их можно было использовать, нарезать. Просто для эксперимента, самому увидеть, как все это работает. Ну, вот с помощью лимонной кислоты вот так можно гильзы привести в убогий вид. Такой нормальный более. Вот самую такую гильзу найду я сейчас, нормальную, вот она. Жаль, что я вначале не заснял эти гильзы, как они выглядели, что я не додумался. Потом я решил видео это заснять и показать вам. То же самое можно сделать и иногда бывают такие деактивированные гильзы, патроны, которые со времен Великой Отечественной войны остались и покрыты таким ужасным слоем ржавчины, там, окислениями. И точно то же самое их можно вот точно так же очистить, промыть. Всем спасибо, кому было интересно, ставим лайки, подписываемся на канал.